Юрочка! Хорошо, что тебя нашел. Здравствуйте, Сергей Иванович. Юра ранен. Вчера сообщили. Не мог до тебя дозвониться никак. Вот перед сменой решил заскочить. Вдруг ты здесь. Ты сейчас не расстраивайся, у него все нормально. Мне сегодня аванс должны дать. Как получу Наталью, отправлю в Ташкент. Юрка там в госпитале. Она, конечно, места себе не находит. Я говорю, ну что ты плачешь? Что ты плачешь? Живой ведь? Ну. Все, все будет хорошо. Он у нас парень сильный. Да? Ты же знаешь. Знаю. Ты, может быть, вечером забежишь, а? Наталья будет собираться. Ну, пироги там, ну, как обычно. Может быть, ты что-то захочешь передать. Сама ты, конечно, не сможешь поехать, и мама, и... Да и дорого, дорого. Придешь? Не могу. Понимаю, да, работа. Ну, может быть, утром успеешь забежать. Извините, Сергей Иванович, мне пора идти. До свидания. А Юрке что? Юрке что передать? Передайте, что пусть выздоравливаю. Жанна, доченька, ты готова? А почему ты до сих пор не одета? Мы же договорились. А, мамуль, ты езжай одна. У меня почему-то голова болит. Что значит одна? А платье за тебя кто будет мерить, я? Ну, ты свое померяй, а я не буду. Ну, правда, не могу, у меня голова просто раскалывается. Голова болит? Угу. А температуры нет? Нету. А горло не болит? Нет. Ну-ка, рот открой. Господи, не дай бог ангина. Мам, нет у меня ангина, ну честно, просто болит голова, немножко кружится, все, ты езжай. Конечно, не надо было с Анжелкой всю ночь по телефону болтать. Ну а мне что прикажешь делать? Примерку переносить? Мамуль, мою примерку можно перенести, а твою нельзя, иначе они не успеют сшить платье. А что ты потом оденешь на день рождения? Вот именно, надо ехать. Ладно, ты давай ложись, отдыхай, не двигайся и не болтай. Угу. А я постараюсь побыстрее. Давай. Не надо, заразишь еще. Фу, котами как воняет.
Он Дористин. 6 лет. Сразу после школы начала работать. Так что глаз у меня наметан. И вот что я тебе скажу. Ничего у тебя не получится. Почему? У тебя же получилось. Ну ты только нас не сравнивай. Я этот путь сама выбирала. Осознанно. А ты, наверное, думаешь, что решишь все свои проблемы быстренько и соскочишь. И дальше будешь жить, как все, припеваючи. Только как все, после этого у тебя не получится. Никогда. Ну, каши и те говорят, захочу и в любой момент завяжу. А потом сдохну где-нибудь под забором. Юля, я к тебе не за советом пришла, а за помощью. Можешь — помоги, не можешь — так и скажи. А мораль мне читать не надо. Я сама все понимаю. Да ни черта ты не понимаешь. Безусловно, мы все очень рады, что милиция во всем разобралась. Тем не менее, вам лучше написать заявление по собственному желанию. Поймите, это школа. Рано или поздно слухи о том, что у вас нашли наркотики, дойдут до родителей. Какие наркотики? Какие наркотики? Я же ни в чем не виноват. Разумеется, не виноват, иначе бы вас не отпустили. Но вы меня тоже поймите. Я же не могу объяснять это каждому родителю. Ну, раз пошла такая пьянка, возьму себе еще бутылочку. Ну, ты чего молчишь? Я уже все сказала. Жду внятного ответа. Нет. Достаточно внятно? Достаточно. Я не понимаю. Я не понимаю, почему я должна брать на себя эту обузу? Ну хорошо, заработаешь ты денег матери на операцию. Дальше что будет? Пойдешь с моста прыгать головой вниз? Не пойду. Иначе какой смысл искать деньги на операцию? Моей смерти мама точно не перенесет. Скажи честно, ты думаешь, что я не справлюсь? Да с чем там справляться? Тоже мне наука. Ладно, черт с тобой. Тоже мне. Уговариваю ее, как дура. Ты просишь меня не писать тебе песен. Кто потом их не пел? Ты просишь меня, чтоб с тобою было весело и жил только днем одним. Не бывает так, ангел мой, так. Так устроен, прости. И в черт! Ой, Маруся, привет. Привет, привет. Здрасте. Не открывают? Да музыка там вроде. Дай-ка я. Алексей! О, Леша, что там в такое время? Я не помню часы. Алексей! Господи, не случилось бы чего, а? Кто там тарабанит? Я бежал, я покинул свой город, где в огромных дубах... Чего нализался-то, правильно? Про какой, а? Водка где? Там дурачилась ты. Кто это? Ты... Подонок! Где дочь твоя? А шо, волочь моего дома, сволочь! Господи, давай, ну-ка, вставай, вставай. Полицей, воры! Да. Воры! Все. Изобличил, заглянулся. Правый нахуй. Что такое? Что? Ну что, сильно, да?
сильно. Саш, не слушай его. У меня твои деньги. Вот здесь. Да что ты делаешь-то, пьяный же он? Проспись. Что же с вами? Помолчи. Иди сюда. Так уже много. Чего наговорил? Чужие деньги ему поперек горла. Сам умный, талантливый. Много чего добился-то. Знаешь, губу разбил, что ли? Ой. На. А? На. Много чего добился. Много. Много. Все было. Все. Сволочь. Все было. Семья была, жена была. Если бы не эта авария... Ну, теперь уж что? Теперь уж ничего не изменишь. За что мне все это? А? Господи, кто ж знает, за что? А за что ты меня всю жизнь грязью поливаешь? Кто я? Что это торгашка-воровка. Что ты? Если б не я, ты бы с голоду помер. Друзья, ты где твои друзья? Чуть на помощь не бегут. Галиночка, это что? Совершил посадку самолет компании «Аэро». Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Да нет, сегодня же поздно. Госты не пустят. Может, сразу в гостиницу? Нет. Хорошо. А у тебя там кто? Отец, брат? Жених. О-о-о. Понятно. Здравствуйте. Я бы хотела к Юрию Соколову попасть. Девушка, в госпиталь пускают только в строго отведенное время и по специальному разрешению. Да, я знаю, но я просто хотела узнать, как он. Вот придете завтра и все узнаете. Подождите, а вы сказали, нужно... Все завтра, паспорт только не забудьте. Вы жена или сестра? А какая разница? Ну, большая. Если вы, к примеру, сестра и взяли фамилию мужа, то как вы докажете, что вы родственница? Ой, а если я невеста? Девушка, у нас военный госпиталь, пускают только близких родственников. Ну, подождите, а... Ну что, в гостиницу? Зачем ревешь? Ну, живой. Радоваться надо, а ты ревешь. Сказали же тебе, завтра увидишь. Все. Не, может быть, и завтра не пустят. Как это не пустят? Че ты такое говоришь-то? У меня просто фамилия другая в паспорте, а не пускают только ближайших родственников. У них порядок такой. Ужас, знаешь? О, порядок. Ерунда это, а не порядок. Кирвань, сунешь этому дежурному, вот и весь порядок. Завтра приедешь, увидишь его, я сам тебя привезу. А потом обратно отвезу. Спасибо. Да не за что. Ты, главное, не плачь, у меня аллергия.
на женские слезы. Я вот соскучился. Мириться пришел. Только ты давай сейчас не выделывайся, ладно? Да правда, про тетку твою вообще ничего не знаю. Да с этим магазином вообще все случайно закрутилось. Случайно? Ну да. Да я такими делами не занимаюсь. Там бабло нормальное предложили, плюс водка. Короче, тупо было отказываться. Значит, плюс водка, а деньги тогда за что? За сторожа. Ну, чтобы подставить его. Чего не понимаю, как подставить, зачем? Я сейчас тебя грохну. Да я откуда знаю, может, ну, хотели на него стрелки перекинуть, типа он водку закрысил. Ну, а потом на него, может, бабло повесить. Да? Какая разница? Кто хотел его подставить? Слушай, ты что от меня хочешь? Я тебе сказал, что тетке твоей я ничего плохого не хотел сделать. Тебе что еще нужно? Просто хочу понять, кому понадобилось дядю Лешу подставать. Да какого дядю Лешу? Ты сейчас издеваешься надо мной, что ли? Я тебе говорю, какой-то фраер пришел, бабло заплатил. Я его первый раз в жизни вижу. Да что я перед тобой тут выделываюсь? Ну что ты злишься? Я тоже по тебе соскучилась. Понимаешь, я ведь даже до ателье не успела доехать. Вспомнила, что пудру дома забыла. Возвращаюсь, а Жанночки дома уже нет. А всего 20 минут прошло. Мам, успокойся, выпей валерьянки. Да пила уже не помогает. Господи, ну куда она могла деться? Я же всех обзвонила. Это межгород, Леня. Господи, что я ему скажу? Мам, я отвечу. Алло. Саш, привет. Алло, Саш. Ты где находишься? Я в Ташкенте. Какой Ташкент? Ты что, совсем обалдела, что ли? Да я в гостинице, все хорошо. Какая гостиница? Что ты там вообще делаешь? Мать тут с ума сходит. Да не ори. Юра ранен, он здесь в госпитале. Завтра я попытаюсь попасть в госпиталь, все узнаю и вернусь. Да ты больная, у тебя с головой не все в порядке. Мать, успокой. Скажи, я завтра к вечеру буду дома. Все, пока. Что? Улетела в Ташкент. Куда? Зачем? Почему Ташкент? Да потому что она дура. Завтра прилетит, сама тебе все расскажет. Это отец во всем виноват. Это он ее избаловал. Паразитка такая. Соколов? Да, Юрий Сергеевич. Паспорт давайте. Видите ли, я его невеста. Поздравляю, паспорт давайте. Понимаете, у нас
разные фамилии, мы просто еще не поженились. Девушка, мне все равно, какая у вас фамилия. Вам пропуск нужен? Деньги убери. Простите, просто... Просто мне сказали, что пускают только близких родственников. Это к срочникам, а твой офицер... Держи и запомни, здесь госпиталь, а не базар. Угу. Беги к своему герою, невеста. Спасибо. Стой! Тебе туда, третья палата. На обратном пути пропуск сдашь. Ну, вот такая вот история. Жанна? Здрасте. Здрасте. А ты как здесь оказалась? А я из Москвы прилетела. Вчера. Ну ладно, я пойду. Еще увидимся. До свидания. А Саня, он тоже с тобой прилетел? Нет. Нет, я одна. Узнала, что ты ранена, прилетела. Как? Я не понимаю. Как прилетела? Как узнала? Зачем? Не знаю. Испугалась. Хотела тебя увидеть и убедиться, что все хорошо. А ты с Ириной общаешься? С Иринкой? Нет. Я ее не вижу. Юра, я... Я люблю тебя. Не надо мне... Не говори ничего. Просто выслушай. Я знаю, что ты любишь Ирину, и что у вас там, но я просто хочу, чтобы ты знал, что она тебя не любит. Ты же сказала, что ты с ней не общаешься. Да, но... Она... Неважно. Нет, ты продолжай, если начала. Ты все равно не поверишь. Ты подумаешь, что я говорю про нее гадости, потому что я ее ненавижу. Зря ты приехала. Уходи. Ну, Юра, я... До свидания. Сейчас уже никакой опасности для жизни нет. Более того, ваш сын достаточно быстро идет на поправку. Но, к сожалению, для прохождения дальнейшей службы, я думаю, комиссия признает его негодным. Да он и не собирался быть военным. Он мечтал всю жизнь с отцом на заводе работать. Потом в аспирантуру его приглашали. И в Москве невеста ждет, так что дело уйма. Понятно. Вы извините, мне нужно идти. Если у вас какие-то вопросы, то я у себя. Спасибо большое. Пожалуйста, особенно не закармливайте. Палата третья, слева по коридору. Всего доброго. Спасибо.
Это ваша невеста была? Красивая. Эх, если бы она к кому другому пришла, я бы ее точно отбил. Наизнанку бы вывернулся. Да нет, Толик. Это не невеста была. Да ладно. А кто? Сестра друга. Так что беги. Выворачивайся, может, еще успеешь. Да ладно. Это я так, помечтать. Куда мне? Сынок, лежи, тебе нельзя. Мамочка. Сынок, дорогие друзья, мы продолжаем наблюдать. Мамуш. Здрасте. Здрасте. Мам. Если ж музыка над нами, в ней мечты счастливый цвет. И когда забыть друзьями, подъем! И когда надежды нет. Просыпайся, а то на работу опоздаешь. Куда? Куда-куда? На работу. Или ты передумала уже? Нет, не передумала, но я думала, это вечером. Слушай, до вечера тебя еще в порядок надо привести. Так что давай, дуй душ, а я пока приготовлю завтрак. Тут блинчики, пирожки. И вы тоже берите, я специально много напекла. Спасибо. Ешьте. Мам, спасибо. Ты не переживай, сейчас через 15 минут крошек не останется. Толик, возьми и отнеси ребятам. Слушай, старший лейтенант, вкуснотища. Ешьте, ешьте, вам поправляться надо. Спасибо. Ты садись. А ты сам? Да потом, ты расскажи, как вы там, как отец, как Ирина. Ну а чего мы? Мы работаем, тебя ждем. Ирочка тоже тебя ждет. Мне не ответила на 3 последних письма. Вот. Юр, да я даже не знаю, когда она спит. Она же и учится, и работает. Светлану-то опять в больницу положили. Вот Ирочка и крутится, как белка в колесе. А что со Светланой Петровной? Вы же писали, что ее выписали. Да выписали. Потом хуже стало. Приступы начались. Врачи сказали, надо в больницу, надо операцию делать. А Ирину ты давно видела? Ой, ну я ее 2 недели назад видела в больнице. Дома-то не застанешь, да и неудобно. Алексей там на дому работает, что-то делает, я не знаю. А отец вчера ее встретил в больнице и тебе привет передавала. Говорила, что поздоравливал. И все? Ну а что ты хочешь? Чтобы она отцу про любовь тебе рассказывала? Ну да, тоже верно. Любит она тебя. Меня ведь не обманешь. Я ее как увидела, сразу все поняла. Мам, ну что ты поняла? Да все. Ну давай, может быть, тоже поешь. Давай. Мамуль, ты передаешь, что я скоро вернусь, и все изменится. Пусть она потерпит немножко. Обязательно передам. Ладно. Попробуй твои пироги. Я тут девушку в коридоре видела. Это не Жанна? Жанна? Откуда ты ее знаешь? Она к нам приходила. Про тебя расспрашивала. Это Сашка Верхоланцева, сестра. Она приезжала по своим делам. Вот узнал, что я здесь, решил навестить. Понятно. Ну как? Вкусно? Угу, вкусно. Ой! Ешь, мой лапочек. Так, давай, быстрее убирай, а то сейчас Галина Ивановна увидит, убьет. Сейчас. Люсенька, спасибо тебе, ты святая просто. Еще 2 рубля. Ага, ага. Сейчас. Найду, все есть. Так, все, ладно, давай, потом здесь. Понял.
Здравствуйте, Леш. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Явилась. Ну, прости, тетя Галь, пожалуйста. Где ночевала, я спрашиваю? У него? Ой, дура. Ну, может, и дура. Но то счастливая. Ксюш, ты что, нормального парня найти не можешь, а? Тетя Галь, ну что значит нормальный? Саша Верхоланцев. Так он без папы своего, пустое место. А Алик, он надежный, сильный, самостоятельный. У него свои принципы есть. Наивный ты, Ксюш. Ой, ладно, ругать тебя бесполезно. Советов ты не слушаешь. Позвонить-то хоть могла бы, а? Я тебя боялся разбудить. Ой, боялся на меня разбудить. Я сегодня 2 часа всего спала. Сосед пьяного успокаивала. Дядя Леша, что ли? Ну да. Напился до зеленых соплей и начал бузить. Еле угомонил, а потом еще жрать ему готовил, чтобы днем поел. А Ира где была? А кто ее знает? Съехала вроде. Куда съехала? Да, я так узнаю, он пьяный, он же ничего сказать не может. Сашка Верхоланцев пришел, так он на него с кулаками набросился. Слушай, тетя Галь, я сейчас дядю Лешу видела, и как ему Люсика 2 бутылки водки выносила. Да ты что? Все. Хана мужику. Так, это оставлять нельзя. Ну, Люська, зараза, она у меня получится. Тетя Галь, ты что так сполошилась? Пьяных мужиков не видела, что ли? Мужиков видела, а Субботина нет. Вот не поверишь, 20 лет на одной площадке с ним живу, и пьяным вчера только в первый раз видела. Ну, не моргай. Ну, ужас, как долго, у меня глаза уже болят. Чем эффектнее макияж, тем дольше он наносится. Ну, а мне он зачем такой? Закрой глаза. Зачем, зачем? Это вокзальные девки дешевые, могут выглядеть вульгарно. Такие, как мы, должны быть эффектными. От нас должно пахнуть деньгами и независимостью. Посмотри на меня. Губы надо поярче. Держи. Где помада? Помада. Никому не нужен. Она жизнь моя. Так, я даже помочь не могу. Леш, ну ты же знаешь, ну будь у меня деньги. Деньги, 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 что деньги? Презренный металл. Люди гибнут за металл. Да. Бумажки что важнее человека? Вот как, для чего ты вот можешь ответить мне вот вопрос? Чего? Можешь? Не можешь. Слушай, Лёш, давай завязывай пить, все. Я серьезно. Ты взял работу? Закончи. Тебе люди заплатили аванс, а я поручился. Противно, да? Самой пить противно тебе. Лёш, ну что ты несешь? Ну ты же нормальный мужик. С твоими мозгами можно такие деньги зарабатывать. А ты сидишь и умываешь. Я наукой хотел заниматься. Ну так, для души, для людей, для страны, понимаешь? А кто там? Алексей! Здравствуйте. До свидания. Скажи, что такое вообще, а? По какому праву вы вламываетесь, врываетесь в мое жилище? Да, не понял. До свидания, говорю, банкет окончен. Вы, собственно, кто?
Я, собственно, конь в пальто. Давай, чеши отсюда. Кошмар, как куда? В самом деле. Что вы позволяете? Ну, что такое? Сидеть. Рассказывай. Что? Все. И по порядку. Лёша, я ушел. Завтра позвоню. Береги себя, Боря. Это только так кажется, что 100 баксов за раз там много. А так, если посчитать, метродотели, официанты, бармены, даже дежурные на этажах, всем вам надо платить. При этом надо еще выглядеть. Шмотки-то мои видела, косметику. Все это стоит денег, причем очень немало. Эй, ты слышишь меня? Что? Ничего, застыл. Передумала, что ли? Не знаю, просто страшно стало. А вдруг меня в милицию заберут или родителям скажут и в университете? Да что расскажут? Тебе же на лбу не написано, что ты проститутка. Ой, Ир, сейчас даже за валюту не забирают. Перестройка. А вообще-то еще не поздно передумать. Ты мужик. Умный, добрый. Ну, тряпка, понимаешь? Не, ну, жизнь, она, конечно, поганая штука. Но пить, это вообще последнее дело. У тебя же все есть, и здоровые руки, ноги. Работать надо. Где? В магазине, что ли? Не-не-не. Ни за какие деньги. Ой. Кто тебя в магазин бы взяла? В магазине. Там и без тебя народу хватает. Вот сколько ты в школе зарабатывал? Да, нормально я зарабатывал. Нормально, как любой честный человек. Ой, началось. Честно, нечестно. А честно, что все честные нищие, да. О. Ага. Ты добычик. И... Не добьешься. Черный ворон, я не твой. Little bit, I need practice. Me too.
Maybe we move to Taylor. Oh, thank you. With my friend. Yes, of course. Раньше приехал. Ты хоть представляешь, что будет, если он узнает? Ты обманула меня. Ты обманула брата. Я чуть с ума не сошла. Что ты молчишь? Что ты молчишь? Ты эгоистка! Неблагодарная эгоистка! Я пытаюсь тебе помочь, а ты непробиваемая. Ты просто стенка, на которую я постоянно разбиваю себе лоб. Что? Это ты пытаешься мне помочь? Да тебе плевать на меня! Тебе все равно, что со мной происходит, лишь бы у тебя самой проблем не было! Так вот не волнуйся, мамочка, самоубийства не будет! Я просто устала! Я хочу, чтобы меня все оставили в покое! Не смей! Не смей так со мной разговаривать! Я твоя мать! Я несу ответственность за тебя! Ой, смотри, не надорвись, а, мамочка! Жанна, открой! Открой, или я выломаю Командир, ты чё? Плохо, что ли? Чёрт. Эй, кто-нибудь! Тут человеку плохо! Кто-нибудь! Быстрей! Да откуда я знаю? Встал он, хрипит он. Соколов, вы меня слышите? Я Москву, мать. Так, будет тебе Москва. Давай, поднимай. Давай. Тихо. Так. Давай быстрее за дежурным. Ага. Нельзя было. Сейчас укол тебе сделаем, все сейчас будет хорошо. Потерпи. Сейчас все будет хорошо. Верочка. Идем, давай. Ну вот так. Все, проводила. Ну, чё раскисли? Рыдаешь, что ли? Ничего нового, правда? Кофе будешь?